утра был сильный ветер, сейчас ветер вроде успокаивается. Думаю, ну, особой надежды нету, пару часов. Темнеет, наверное, уже все. Щука не будет видеть уже в такой темноте. Окунь тоже. Ну, красота, ребят, какая. Озеро какое красивое. Закат вот только был. Обалденно. Поймали немножко щуки, немножко окуня. Самый главный же процесс. Никакую рыбу мы поймаем. Даже хоть ничего бы не поймали. Все равно. Классная рыбалка. Ну, давайте прощаться с вами, потому что уже темно, наверное, даже камера-то уже не заснимет, если даже что-то я поймаю, плохо будет видно. Ну и так, это как всегда озеро Кандыргуль, на сегодня все, всем пока, дорогие друзья.